конь трахнул, тупая скотина. Альбион устроил оперативную базу в здании Королевского суда. То есть суды теперь тоже под контролем наемников, и любого, кто перейдет им дорогу, тут же посадят. Верно. Но это также означает, что там есть информация о том, как Альбион находит недовольных. Кого они арестовывают и за что? Если хотим им помешать, нам пригодятся эти данные. Ну? Пора за дело. По мне так очень ничего. Проверю там.
Что скажешь, Бегли? Тут список особо важных целей, которые угрожают спокойствию на улицах Лондона. Вот смотри, человек работает в СМИ, а этот содержит приют. Боже мой, бегите, глупцы! Зашибись! Они все подозреваются в подстрекательстве к восстанию или демонстрируют такую склонность. Ха, наемники сажают людей еще до того, как они начинают бунтовать. Ирония в том, что их список поможет нам найти единомышленников. Спасибо, Альбиона. Ну что, пора очистить улицы от пропаганды Альбиона и дать людям надежду. Какой смысл рисковать головой, если об этом никто не узнает? Увидев наши плакаты, жители Лондона узнают, что Дедсек вернулся. Возможно, кто-нибудь даже захочет проспонсировать нашу борьбу.